земля от света повернет во тьму. А вот это вот саженцы из как его назвать-то? В общем, питомник продает, и вы когда вот это купите, вы увидите. Та же самая дурь. Ну, прививка почки, понятно, здесь уже страшная рана. И вот это вот были отрезаны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. В общем, штук 20 веток. Калека из калек. А вы же купите. Вот все вот это вот наоборот. Ну, почему у меня наоборот? Почему у меня нижние ветки целы? А при пересадке, даже когда вы видели, я показывал в фильмах, и подтвердит это сотни людей. А если не тысячи? Когда еще с горшка не вытащили, чтобы посадить, Сергей поставил ему этот самый тачку, так, и в этот момент делает обрезку. А я прохожу мимо и говорю: валидал с собой? Вы готовы это? Он вас предупредил, что сейчас резать будет. Вот. Смотрим дальше. Теперь фирма «Росток», тоже юг. Вот они взяли, и все фотографии взяли из интернета. Это мне один из товарищей прислал вот эту фотографию, то есть не фотографию, или ссылку. Оказывается, не я один. Вот как он мог заметить, до сих пор был такой феноменальный человек, Виноградов, да? Он около сотни плодопитомников, даже уже, наверное, больше сотни, разоблачил, которые мои фотографии. Раз моя фотография, значит, все вранье. Так нет. Вот. И получилось так, что вдруг еще один нашелся. Значит, мое дело не умирает. Посмотрите, я взял фотографию своего сада, вот она. А вот это их фотография. Хотите, я увеличу? Вот. А тут, да, наверное, похожая. Наверное, похожа. Вот она. Внимание. Внимание. Найдите, тут приметы есть разные. Потом, может, отдельно сказать. Да, я железово заплачу я. Потом отдельно посмотрю и докажу, что это он все это придумал. Вот так вот. Ну, а пока не разоблачили, поверьте на слово. Это моя фотография. Это значит, что все это вранье. Вот все, что здесь. Полное вранье. Почему все эти фотографии с интернета? Еще один перекупщик. Но многие обманывают напрямую. То есть говорят, это мы вырастили. Вот если вырастили, значит, где фотографии? О, земляк. Когда я жил на Украине, я получал лоб столько раз. Особенно страшно было на велосипеде. Мне ребенка на велосипеде ездить. Едешь, мало того, что он навстречу летит со скоростью пули. Вот это он такой толстенький всегда. На Украине не жирнее. Вот. И я еще навстречу на велике 40 км в час. Удар в лоб. Так и запомнил всю жизнь. Здесь я за 10 лет встретил только один раз вот такого живого. Фотография есть. Несколько лет назад. За все 37 лет. А еще раз нашел в теплице в виде этого, в виде еще зародыша, как он там называется. Ой, личинка. Это, я еще не сказал, это майский жук. Тот самый знаменитый. Естественно, вот видите забор. Я его за забор отнес и выпустил ДНТ, потому что от него. И тут же на второй день я еще одного нашел. Думаю, ну что, два – это уже нашествие. А они вроде бы вредители. Какая тенденция? Подождем. Может, и третью встречу. А что, у нас теплее стало? Нет. У нас стало холоднее. Вот. Все это про сказки, про... Как называется? У нас же, знаете, вся наука такая. Только жара постоит месяц где-то. Ой, глобальное потепление. Раз мороз за 40. Ой, оказывается, ледовый период ждем. Все. Все, готовьтесь. За дровами запасайтесь.